А в Рыбинске уголовное дело директора местной химчистки отправлено в суд. Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Трагедия в Рыбинске произошла весной. Во время обрушения кирпичного крыльца погибла пенсионерка. 84-летняя женщина спускалась из здания химчистки, и именно в тот момент крыльцо начало рушиться. Пенсионерка получила смертельные травмы. Согласно материалам дела, собственнику химчистки было вынесено предписание о проведении ремонта кирпичного крыльца. Однако хозяйка, судя по всему, решила бездействовать. Исход — гибель человека, а директор учреждения теперь предстанет перед судом.